Представляем вам многоразовую защитную антипылевую маску для лица, которая защищает органы дыхания от пыли и внешних факторов. За счет удобной анатомической формы маски, можно использовать ее повседневно. В производстве мы используем только качественный, натуральный материал, который не вызывает раздражения или аллергическую реакцию на коже лица. Производство осуществляется на территории России. Маски с принтом отлично защищают от внешнего воздействия пыли и ветра. Помимо защитных свойств маски, они отличаются оригинальным дизайном, что позволяет использовать как ежедневный аксессуар. Состав материала позволяет отлично дышать в маске, обеспечивает надежное прилегание к лицу, не доставляет дискомфорта, не вызывает аллергии. Мы хорошо отладили технологический процесс производства масок с принтом, с неизменным контролем качества на каждом этапе. Материал маски, в основе хлопок с небольшим добавлением лайкры, позволяет свободно дышать. Рекомендуем использовать маску во время езды на велосипеде или скутере. Маску полезно надевать во время вычеса домашних животных, чтобы шерсть не попадала в дыхательные пути. Такая маска – настоящее спасение для аллергиков в период активного цветения растений. Многоразовые маски защищают дыхательные пути во время работы с различными средствами и инструментами при выполнении маникюра, педикюра и прочих косметологических процедур. Маски просто необходимы при работе с бытовой химией и чистящими средствами. Маска для лица с принтом поднимет настроение вам и окружающим. Заказать маску вы можете по ссылке под видео в описании.